На сегодняшний день в тюрьмах России томится 11 украинцев, которых признали в Украине политическими узниками. Политическими почему? Не из-за того, что они герои, такие белые, пушистые, без пятен, а политическими потому, на мой взгляд, это не я их признавал политическими заключенными, что они были использованы как объекты для разжигания ненависти между народами Украины и России, для возбуждения вот этих самых низменных чувств и для того, чтобы общественное мнение наших стран и нашей России, и вашей Украины могло бы поддержать вот этих вот ястребов, которые хотят вести боевые действия, по сути дела, войну на территории Украины.